Неадекватный мужчина напугал челябинцев на северо-западе города. Видимо, под кайфом он вдруг стал издавать странные звуки и мешал людям спать. Примерно так все выглядело со стороны. Мужчина стонал и еле стоял на ногах. А когда в таком состоянии попытался вломиться в один из подъездов многоэтажки, люди вызвали сотрудников частного охранного предприятия. Прибывшие силовики приковали его наручниками к поручню и провели досмотр. Посвети сейчас. У мужчины обнаружили нож, пистолет, несколько бутылок с непонятным напитком и порошок в пакетиках. В итоге его передали сотрудникам полиции. Объясняться ему придется, когда придет в себя.